Исследование от iForce Research показало, что Тиньков Банк стал самым востребованным для предпринимателей банком. В вопросе участвовали бизнесмены Москвы и Санкт-Петербурга. В тройку лидеров по лояльности вошли также Банк и ВТБ. Последнюю строчку рейтинга занял Сбер. Больше всего опрошенные доверяют валютному контролю названных банков. Общий уровень доверия бизнеса к банкам в столице Петербурге составил 36%. Все детали на нашем сайте.